Про сульфат магния я узнал очень давно. Он применяется как очищающий раствор внутрь для прочистки кишечника. Но не так давно я узнал, что он является отличным помощником в развитии корнеплодов. Магний ускоряет рост как огородных, так и декоративных культур, улучшает вкус урожая и повышает его процентность. Особенно магний хорош для картофеля, огурцов и помидоров, потому что он стимулирует образование крахмала, а от крахмала напрямую зависит качество и вкус плодов. Также магний является участником фотосинтеза, и без него растения начинают желтеть, засыхать и вовсе погибать. Помимо всех своих полезных свойств, магний принимает участие в усвоении других незаменимых компонентов, получаемых корнеплодами с подкормкой. В среднем растениям требуется 1,5-2 грамма магния в сутки, а без подкормки получать такое количество магния им просто неоткуда. Я готовлю раствор следующим образом. Растворяю пакетик сульфата магния в 15 литрах воды, не холоднее 20 градусов, опрыскиваю и поливаю каждую лунку раз в 2 недели. Сульфат цинка оказывает не менее полезное влияние на растения, чем сульфат магния. В этом веществе большое содержание серы, что способствует быстрому развитию культур, улучшению вкусовых качеств плодов и повышению стойкости к жаре и холодам. Рецепт раствора из сульфата цинка. 10 граммов вещества на 10 литров теплой воды. Поливать и опрыскивать я также рекомендую раз в 15-20 дней, чтобы урожай радовал вас постоянно.